Добрый вечер. Мы переходим к недельной главе. В этой неделе мы будем читать главу Беалутха. И там есть очень интересный момент. То есть, да, мы уже читаем с самого начала книги Бамидбар. У нас все хорошо, все начинается замечательно. Я уже говорил, упоминал, что вот-вот то чаяние, то, куда мы идем, та цель, к которой мы идем, уже то, что называется, совсем в руке почти. Народ Израиля уже построили мешка, уже, то есть, они вышли из Египта, то есть, они прошли гор Синай, они построили мешка, они уже построили лагерь, уже все готово, и вот-вот-вот мы будем войти в землю Израиля. Кто знает, что мы скоро войдем в землю Израиля, потому что в книге Дворим, в самом начале книги Дворим, в первой главе, написано «Ахадасар йом мехурев дере гар Сеир ат кадеш барнеа». То есть, да, что 11 дней от Херова, от горы Синай, через гору Сеир до Кадеш-Барнея. Кадеш-Барнея – это уже это там, где они стояли, чтобы войти в землю Израиля. 11 дней. 11 дней, которые заняли 40 лет. 39 по-настоящему, потому что один год уже прошел. Вот. Короче, все хорошо. И, естественно, все это вести это все будет сам Моше Рабейну. Он водить в землю Израиля будет сам Моше Рабейну. То есть, да, все хорошо, все замечательно, все шикарно. Кстати, это пока видно очень сильно из корня тет вав бет, тов, то есть хорошо, который повторяется несколько раз, когда Моше Рабейну пытается уговорить Итро, своего зятя, присоединиться к ним. Давайте сейчас отвечу, открою и прочитаю вам то есть, слова Моше в нашей главе. Это звучит так. Смотрите, как это звучит. На иврите прочитает. «Вайомер Моше лехувев бен Реуэль, амидени хотен Моше, но сим анахно лемаком, ашер амар Ашем, ото итен лехем. Леха итану, вейтавну леха, ки Ашем давар тов ал Исраэль. Вайомер лав ло элех», и так далее. Он говорит, я не пойду, и так далее, и так далее, и так далее. Я прошу держать, пожалуйста, выключенные микрофоны. И все равно продолжает и говорит, ваяет или хима, но если с ним нами пойдешь, сначала отказывается, но говорит, все равно, вегаят товгагу, ашер и танашемиману, вейтавалиха. То есть каждое второе слово, слово тов, и дальше вейсаум, но он в конце концов с ними не идет. В любом случае, что мы здесь видим? Кстати, давайте сначала перевод прочитаем. И сказал Моше Хувеву сыну Руэля, медианитянина, тестя Моше, отправляйся в то место, которое сказал Господь, его отдам вам, иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь обещал благополучие Израилю. Слово тов, они то есть, переводят по-разному. Но он сказал ему, не пойду. И вот если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. И там, правда, на русском языке, естественно, убили. Повторение бесконечное, то есть корня тов в разных вариациях, но оно явно показывает, все шикарно, все идеально, мы идем. И тут в продолжении этого, то есть сразу после этого глобально, то есть и облако Господне над ними днем и ночью и так далее. И перед тем, как Всевышний будет, как Тора будет написывать уже, скажем так, грехи пустыни, которые начинаются в нашей главе, появляются два стиха, которые обозначены двумя перевернутыми буквами «нун». Причем, кстати, в свитке Торы тоже. «Ваибен Цуарон, ваёмар Моше, кума Ашем, ваяфуц ойвеха, ваенусу месанеха мепанеха, увенухо йомар шува Ашем, рывавот альфей Исраэль». «И было, когда поднимется ковчег, в путь говорил Моше, восстань, Господи, рассеются враги твои, и побегут ненавистники твои от лица твоего, и когда останавливался, он говорил, оборотись, Господи, к десяткам тысяч семей Израиля». Два стиха. После этого начинается уже описание... Ой, как нам было хорошо в Египте, ой, как нам вы это достали в пустыне, то нам не все так, и это нам не так, ну и так далее. Да? Этот рассказ вы уже знаете, народу Израиля всегда, как сказано в Дуду Тупаза, в Сердечком, говорит, я понял, говорит, еврейскому народу, они не жалуются, когда им плохо, если не жалуются. Вот, так оно по сей день работает. В любом случае, что значит эти стихи? Наши мудрецы говорят, что вплоть до того, говорят, что эти стихи настолько важные, что они являются отдельной книгой из книг Торы. Это отдельный хумаш. Два стиха.
как сказано, «Батану рабан ва ибенцо арон ва йомар муше», то есть, да, и вот эти вот слова, это, кстати, «Гмара в трактате Шаббат», которая говорит, это... зачем ее обозначил Всевышний, то есть знаками сверху вниз, вот эти два перевернутых нуна, сказать, что нет, есть здесь не место. То есть, да, на другом месте, это, то есть, одно объяснение, Раби, это Раби Иуда Наси, говорит, но мин Хашем гузе, говорит, нет Всевышнего это, а это из-за того, что это, то есть, не, а из-за того, что это важная книга сама по себе. Как сказал Раби Шмуэль Барнахман, сказал Ама Раби Йонатан, Хацва Амудея Шива, то есть прокопала 7 столпов. В Элю Шива Сифрейтура. Это 7 книг Тор. Говорит, Киман Кирабик. То есть он сказал это как мне Раби Иуда Наси. То есть мне Раби Иуда Наси, как приводит это, внутри нашего хумаша, так называемого, у нас не хумаш, у нас 7 книг Тор. Их не 6, 5. Их 7. Потому что здесь заканчивается 4-е. И Бибин Соарон, то есть, да, и было, когда поднимется ковчег, это 5-я книга. После нее продолжение книги Бамидбар, это 6-я книга, книга Дворим Седьмая. Кстати, у этого учения, то есть в Гмаре, есть также галахическое последствие. Есть галаха, которая приводится в трактате Шаббат по поводу спасения разных вещей в Шаббат, здесь огонь. Там сказано, в каком случае спасают святые свитки. Так вот, там сказано, что для того, чтобы свиток, то есть как удостожился спасение от пожара, в нем должно быть как минимум 85 букв. То есть это столько букв, сколько находится вот в этих двух стихах, в этой в книге в Ибн Соарон. То есть и было, когда поднимется ковчег. Говорит Гмара в трактате Шаббат. Сефер Тураш Нимхак, то есть который стирается, им ешло лилакет шмуна ва хамиша утьот, если в нем есть собрать 85 букв, кигон парашат ва ибен Соарон, то есть как сказано про ва ибен Соарон, спасают ва имла ва эн мацелим, а если не будет 85 букв, то у него не спасают. Окей? Это отдельная книга. Теперь. Что описывают эти стихи? Эти стихи описывают, что должно было быть. Что должно было быть, если бы не было написано то, что дальше. Если бы народ, то, что называется, не согрешил. То есть без греха была бы вот эта реальность. Но потом все стало, усложнилось проблемами. То есть получается, если бы не было греха, вход в землю Израиля выглядел бы очень просто. И очень красиво. Двигался ковчег. За ковчегом идет народ. Всевышний наносит, называется, то есть как это сказать, ужас и трепет на всех врагов, они все падают от этого, то есть, да, разбегаются и падают. В конце, то есть, после этого ковчег становится на место, находится в Махане, в общине Израиля. Все. Но эта идея, то есть, вот этот вот, скажем так, реальность не произошла. А все из-за греха стало намного сложнее. И, кстати, уже два стиха перед этим описывается, то есть, да, сказано, «Вейсу мегар Ашем терех шлошет ямин». То есть сказано, «И отправились они от горы Господня на 3 дня пути». То есть, да, это всего лишь два стиха перед этим, перед Вейбен Соаром. То есть, да, они уже показывают, тут уже наши мудрецы говорят, тут уже началась проблема. Почему тут началась проблема, говорят, Бемидраш в Иису, то есть это Тосфот в трактате Шаббат, приводит в Иису Мишинасум Мегар Синай, Дерех Шлошат Ешоштемим, как ушли от горы Синай, то есть 3 дня ходьбы, были китино каюцеме бейта сефер, шу бурех ло, воголех ло. Как хаю бурхим Мегар Синай, Дерех Шлоштемим, лифней шламдут гарбету рабы Синай. Лифней шламдут гарбету рабы Синай. Говорит, они вот эти на 3 дня, то есть ломанулись от горы Синай, как ребенок, который выходит из школы и убегает. Так же они бежали от горы Синай 3 дня, как из-за того, что они там очень много Торы учили. Да? Короче, как ребенок переутомился бедненький в школе, то же самое произошло с народом Израиля. Они деру дали от горы Синай. По-настоящему это не то, что написано в стихе.
Стихи сказали, в Иисуме, Гарашем, то есть двинулись из-за горы Сина и так далее. Где написано, что они там ломанулись, убежали и так далее. Но дело в том, что эта идея, которую приводят наши мудрецы, она заложена уже в других стихах в нашей главе. Во-первых, можно увидеть разницу между описанием, как народ Израиля двигается, и как Моше Рабейну объявляет, что мы делать будем. Моше Рабейну объявляет и говорит, и сказал Моше, что мы отправляемся в то место. То есть, смотрите, он сказал, носим анахну эль хамаком ашер амар ашем. То есть, идем мы к месту. А здесь сказано, что то есть, когда народ Израиля ждет, в Иису мегар Синай. То есть, Моше говорит к, они говорят от. Уже идет намек. Что имеется в виду? Моше акцентрируется на цели, к чему идем. А народ Израиля на чем акцентируется? От чего убегая, уходим. То есть от горы. Моше к цель, а эти от. Таким образом, чего они боятся? Они боятся, что у них наложат еще заповеди. Поэтому валим-валим, пока нам не дали новые задания. Более того, они упоминают, что они идут к земле Израиля, явно ее боятся. Почему не ее боятся? Потому что они прекрасно знают, какие требования требует земля Израиля. Особенно на том факте, как, на факте связи между Всевышним и землей Израиля. Там глаза Всевышнего на этой земле от начала года до конца года. Берешита шана ад ахарит ашана. Там все зависит от того, как ты себя ведешь. Там Всевышний с тобой наблюдает. Ты вкалываешь и так далее. Короче, есть очень-очень сильная зависимость от всего. И они этого боятся. Поэтому, с одной стороны, они убегают от Всевышнего, в конце концов, в землю Израиля. Получается, как называется, Иврах мемеха элеха. То есть, да, уберу год от тебя к тебе. Да? Но они об этом не сознают. Это первая вещь. То есть, явный намек на то, что есть проблема в их движении. Второй намек по поводу того, что наши мудрецы говорят, что они убегали, как дети из школы, что невозможно сказать, что движение от горы Синай было движением, смотрящим вперед, в будущее. Почему? Потому что сразу же, как только они отошли от горы Синай, отошли, что с ним произошло, они вспомнили этот Дагашер Нухальба Мицраим Хина. Они сразу же вспомнили ту рыбу, которую они ели в Египте бесплатно. Я открою, то есть это уже... О. Вот. И мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром. Огурцы, дынь, и зелень, и лук, и чеснок. То есть, что мы здесь видим? Они возвращаются в прошлое. Они вспоминают прошлое, причем они вспоминают то, что удобно вспоминать. То, что приятно вспоминать. То есть, да, то, что не требует от них никаких духовных задач, не требует какие-то движух, что-то действовать и так далее. Вспоминаем, как нам было хорошо. Как мы огурцы ели, помидоры с пупырышками, огурцы с пупырышками и так далее. Причем забывая весь аспект неприятного Египта. Рабство. Его как-то забыли. Причем наши мудрецы объяснили, то есть это психология нормальная. Это Тратат Гитин, который 13-й лист, который учили в этот Йом Ришон, он был Дафьоме, то есть недельное, то есть ежедневным, то есть листком. Там сказано «Авда бифкера нихали». Рабу удобно быть, то, что называется, ничем не обязан. То есть ему круто быть бефкер, то есть да, не обязан, то есть, ни, на нем ничего не давит на него. То есть я готов жить привольно. Там, правда, говорится по поводу, почему это является, то есть то, что я освобождаю раба, это является ему не схуд, то есть да, не заслуга, то есть я ему делаю хорошую услугу, а это считается ему хува. То есть да, что накладываешь на него не очень приятные вещи, потому что вот до этого он мог быть с нееврейской рабыней, а теперь не может.
Вот. Говорят, ну и что, может быть свободно. Ха! Рабыня, которая была, то есть рабыня нееврейская, с ней можно развлекаться и так далее, никаких обязанностей не накладывают. А свободная женщина, там это многие обязанности накладывают. Ну нафиг им надо. И там мудрецы говорят, амдебайфкеранихали. То есть рабское мышление, раб ему вот так вот лучше. Поэтому ты не считается, что ему делаешь услугу. В любом случае, они помнят, то есть называется, то, что удобное, забывают все плохое. То есть, да, то есть те вещи, которые были связаны, то есть страдания и так далее, с которыми это часть рабства. И в этих двух аспектах появляется, то есть, в принципе, и есть то, что называется корень их падения. И вообще, то есть того, что та альтернативная реальность, которая описана у нас, что вот шел ковчег и так далее, враги пали, то есть называется 11 дней до Хурева, от Хурева да, до Кадеш-Барнеа, то есть до входа в землю Израиля, не произошло. Почему? Две вещи. Первое, опасение, что на тебя наложат еще обязательства, то есть заповеди. И второе, то, что называется уход в эту ностальгию, как было хорошо в рабстве египетском. Вот эта вот ностальгия о прошлом, скажем, называя, то есть в тем удобным вещам, которые связаны с прошлым, и убегание, нежелание получить новые обязательства и так далее. Эти две вещи тебе привели к падению вниз. Прямым текстом. Окей. И оттуда, как мы понимаем, началось все наши 40 дней, 40 лет гуляния по пустыне и все остальные приключения дальше. И Моше Рабейну потеряли по дороге, не он нас водил уже в землю Израиля. Ну и все, что произошло дальше. Таким образом, окей, это что произошло. Задается абсолютно справедливый вопрос. А зачем нам тогда приводить вот эти вот два стиха? Ну, окей, это было, могло быть, но не, то есть это, но не было. Зачем нам это приводить? Зачем нам приводить то, что никогда не произошло? И уже не произойдет. Скорее всего, ответ на это очень простой. Тора нас хочет научить и требует, скажем так, просит у нас, чтобы мы выучили как несколько, то есть, скажем так, базисных вещей, которые направляют человека, как ему справляться с вызовами или с вещами, требованиями, которые становятся перед ним в его жизни. Глобально вообще. То есть как относиться к идгары, которые появляются в жизни. Идгар – это вызов, то есть вещь, которая требует от человека каких-то действий, мышления. Я даже не знаю, как правильно перевести на русский язык слово «идгар». Что-то я как-то не подумал об этом проверить заранее. Слово это как-нибудь. Идгар – это, ну не знаю, хотите, я сейчас зайду в Google и посмотрю, переводчик. Так будет быстрее, чем я буду с ума сходить. Я сейчас скажу, что такое «эдгар». Просто не нахожу это сейчас слово, и это меня немножко удручает. Я сейчас зайду в Google переводчик. Извиняюсь, что я вас так задерживаю. Но это важное слово для того, чтобы мы поняли, а туда мы пойдем. Итак, я пишу слово «эдгар». Ага, понял. Я пишу не на том языке. Сложная задача, вызов. Окей. Скажем так, окей. Вызовы, которые нам приносят жизнь. И которые часто стоят перед нами. То есть, в принципе, для этого это приводится, чтобы нам этому научить. И для этого придем. Начнем с первого. Да, чему хочу научить? Простое описание потенциального нашего входа в землю Израиля, когда мы сказали, что ковчег Всевышнего идет перед нами, враги рассыпаются и так далее, и так далее, показывает нам очень важную вещь. Он показывает мощь, которая может быть, если мы доверимся Всевышним и будем ему верны. И с другой стороны, показывает, какая плата нам будет, если мы не будем идти по этому пути, с него сдвинемся. У нас есть два стиха, которые показывают, если бы мы были верны и шли бы и полагались на Всевышнего, как бы это выглядело, и потом все остальное, как это выглядит, когда мы этого не сделали.
как сказано Аврааму, то есть, да, италях ли фанай ваятамим, то есть, да, перейди передо мной и будь простым, то есть, да, веди себя по-простому, полагаясь на меня. То есть, в принципе, Тора нам показывает идеал, который должен перед нами стоять, что мы должны справляться со всеми сложностями в жизни, то есть веря Всевышнего, то есть полностью полагаясь и будучи верными Всевышнему, и тогда все будет хорошо. Как сказал Калев когда-то народу, то есть сказал не сейчас, он сказал когда-то, сказал в прошлом, потом будем читать через неделю в главе Шалах, Алона але ваярашну утак яхольну халла. Поднимемся и завоюем ее, ибо мы сможем. Он полагается на Всевышнего. Да, то есть сложности страшные, война, армия и так далее. Но мы сможем, это не проблема. Как сказал Раби Лазар бен Дурдая, так приводит нам в Мрефтор Лазар, «Эйн гадавар талуй эла би». Вещь, никакая вещь не зависит от чего, а только от меня. Если человек полагается на Всевышнего, все ты сказал? Не сомневайся. Будь верным и иди, даже когда вещи кажутся тяжелыми, и ты увидишь, что дорога, вот эта вот дорога приведет тебя идеальным путем. Начнешь сдвигаться с этой дороги, пытаться быть умнее Всевышнего, влетишь в такие вещи, что мало не покажется. Вместо 11 дней 40 лет, вместо того, чтобы враги рассыпались, куча проблем, ну и так далее. Это первое, чему нас хочет обучить. Тора приводит вот эту вот идеальную вещь. Второе. Человек всегда должен ставить перед собой великую цель. Всегда. Даже если очень тяжело достичь. Может быть, даже нереально. Как говорит царь Шломо, то есть, да? Бээйн хазон и пара ам. Без большой цели, то есть, да, рассыпется народ. Что имеется в виду? В принципе, то, что человек ставит перед собой цель, огромную даже, скажем так, ставит перед собой ее, то есть даже в мире идей, это его уже приближает к реальным, то есть к ощутимой реальности, осязаемой. То есть, да, то есть самое главное, чтобы он готов был мечтать и ожидать. Не зря Гмара в трактате Брахот говорит, сказал Рав Йона, сказал Рав Зейра, каждый, кто идет 7 дней без мечты, некра ра, то есть называется все плохо. Как сказано, вешева ялин балевко, ивко дра аль текри шева эля шавуа. То есть уже, короче, человек, который 7 дней без сна, говорит Гмара, это очень плохо. Что имеет в виду Гмара? Человек, который не мечтает, ему снится, он ни к чему не стремится. То есть он, в принципе, таким образом не реализирует свое предназначение в этом мире, поэтому называется ра. Плох. Тот человек хорош, тот, который готов мечтать и ставить перед собой задачи. Вот это считается человеком хорошим. Мечтая задачи. Вот перед тобой стоит идеал. Вот он, вот он. Нахон, то есть он то есть, далек. Да, то есть действительно он далек. Он действительно то есть, не пошло по нему. Но знай, что вот ставь здесь, и это, то есть ставь, мечтай. Ставь перед собой идеал. Ставь перед собой цель и иди к ней. Это второе то, что учит, почему в Торе это осталось. Несмотря на то, что это не произошло. Третье, что мы можем понять. Это то, что сказано в Когелет, в Экклезиасте. Сделал Всевышний человека прямым, а они хотели, то есть это поумничать слишком много, то есть хишбунот рабим, то есть да, они сделали многие вычисления. Человек сделал, то есть Всевышний сделал просто, они сделали сложно. Другими словами, то бишь, Тора нам описывает два, то есть два аспекта, или как сказать, два видения развития событий, которые могут произойти. Первое, в двух стихах. Второе, описание, то есть, да, развитие событий. Аж в целой книге Бамидбар, в книге Дворим и еще книга Йошуа.
то, что помещается в два стиха в захвате земли Израиля. Это превращается в две книги еще, плюс еще книгу Йошуа, как он захватывает. Окей? То бишь, два описания, как мы доходим до земли Израиля. Одна короткая и простая. Второе длинная, сложная и с кучей проблем. Есть такая фраза, то есть то, что говорят от имени Раби Менахама Мендела Скотска, скотский ребе, на стих в Йосеф Дат Йосиф Махов, то знаете, то есть сказано в Коэле, добавляющий знания, добавляющий боли. Он говорит, и несмотря на все это, мы хотим добавить знания. Несмотря на то, что искать приключения себе на одно место, если говорить русским языком, не очень красивым. То бишь, в любом случае, мы не обязаны усложнять себе жизнь. Мы это называется чемпионы в усложнении собственной жизни. Кстати, чем усложнили собственную жизнь? Это называется стенаниями и ностальгией по тому, как было хорошо там, забывая все плохое, и нежеланием брать на себя всякие вещи и так далее. Таким образом, мы усложняем себе жизнь. Мы не обязаны себе усложнять жизнь. Нет такой обязанности. Понятно, что по-простому намного проще. Намного лучше. С другой стороны, окей, если мы уже себе усложнили жизнь, то давайте хотя бы из этого что-то выучим. То есть как-то добавим знания. То есть, да, как говорится, «Вейшма хахаму йосиф лех». И услышит мудрец и выучит для себя урок. И так сказали наши мудрецы, кстати, тоже в трактате Недарим. Сказал Рав Ада Бараби Ханина, «Эль малелу хату Исраэль, если бы не согрешил народ Израиля, то им бы не было даны, то есть им бы дано было только 5 книг Торы и книга Йошуа». Усё. «Ибо это цена земли Израиля» и так далее. Почему? Спрашивают. «Ибо беров хохма ров кас». Чем больше мудрости, тем больше злости. Что имеется в виду? Если бы не согрешил народ Израиля, то нам не нужны были все слова пророков, которые потом были сказаны и по мозгам, которые нам давали. А так как они согрешили, у нас есть, конечно, мудрость и так далее, в которой сказано «Юсиф дат, Юсиф махов». У нас появилась мудрость, которая добавляет нам и боли тоже. То есть, в принципе, получается, из двух этих стихов, которые приведены, то есть той реальности, которая не произошла, мы выучили вот эти вот 3 основных базисных таких аспекта. И поэтому эти 2 стиха считаются отдельной книгой. Она нас учит понятиям тмимут у михуявут. То есть идти то, что называется цельным, простым, не выпендриваясь, но брать на себя обязательства. Хазон выхолом. Ставить цели и мечтать. Ставить перед собой цели, ставить перед собой более мелкие цели и так далее, и идти к ним. И в конце концов пытаться быть более прямым и более простым. И не усложнять себя в жизни. И дай Бог, чтобы мы поняли то, что называется «Вейшмахахаву сифлэ». То есть, да, мудрец услышит и добавит, то есть, и выучит урок. Для этого это приведено. То это как бы еще одна жемчужина, которую можно понять с отдельной главы, и которая очень-очень релевантна всегда. Почему произошел грех? И какие у нас вещи, то есть вот эти аспекты базисные, которые учат нас, то есть, да, что как мы должны правильно жить. Жизнь не надо усложнять. Нужно слушаться Всевышнего, нужно полагаться на Всевышнего. Нужно уметь брать на себя ответственность. Нужно мечтать, не бояться мечтать. Нужно ставить перед собой цели. Смотреть в будущее, а не в прошлое, в ностальгию. И брать на себя обязательства. Это то, что продвинет. И тогда это упрощает все. И жизнь проще. И проблем меньше. И боли меньше. Бейзрат Ашем, выучить этот урок, и чтобы у нас это получилось. Окей, на этом моменте я заканчиваю урок. То есть то, что услышал, запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.